Ну что, начинаем наш урок? Кто готов, а кто нет, мы вычислим во время. Задача решения. Итак, перепишите задачу и решите ее. Ага. Ну вот, теперь не смогу решить задачу. Не беда, я тебе помогу. Вот, держи. Ну, давай. Чего? Поточи бревнышко вот сюда. Ну все. Что все? Карандаш бери. Теперь-то ты не расстроишься и можешь решить задачу. А если я и его сломаю? Не переживай, у меня там много бревнышек. Сейчас мы его прыганем. Ты что, царапина что ли? А, нет, это мел, показалось. Ты решила задачу? Нет. О, тогда два тебе, Ксения. Ребята, выручайте, мне с двойкой дома капец. А если вы поставите много лайков, родители, увидев эти лайки, забудут посмотреть мой дневник. Выручайте, нужно, пожалуйста. Ого, спасибо. Еще больше ставьте, пожалуйста, пожалуйста. Вы меня выручили. Привет! Ну все, занимайтесь, а я побежал по низу, к окулисту. Зрение надо проверить. Я в порядке. Ай. Сегодня у нас бег по беговой дорожке. Ты знаешь как? Нет. Сейчас покажу. Зацепляю специальный стопор безопасности. Это если ты упадешь, он остановит дорожку.
наш учитель зеленый бежал быстрее. Подумаешь, зеленый, я тоже могу. Вот видишь, я тоже могу. Видишь? А он еще быстрее бежал. Я могу быстрее, сейчас. Ксюша, останови дорожку. А куда? Сюда нажимать? Это кнопка подписаться. Точно. А почему она до сих пор красная? Это потому, что вы, ребята, не подписались. Скорее жми, а то у синего друга голова скоро закружится. Останови эту дорожку. Ой, сейчас. Пишите в комментариях, как бы вы выкрутились из этой ситуации. Это мне очень поможет. Ты с кем там болтаешь? Я у тебя спрашиваю, где сменная обувь? Забыла? А ну дуй домой за сменкой. Домой? Капец, ребята, пока я дойду, уже урок начнется. И потом ненку поставят, а от родителей мне так летит. Надо что-то придумать. А я не дома забыла, она у меня вон в шкафчике. Да? Ну тогда иди переобувайся. Ага. Я за тобой смотрю. Начали входить в сменки. Блин, что делать? Где сейчас надо новую обувь? Я здесь. Сменка нужна? Круто! Ты что орешь? Ты меня так сейчас спалишь. Сменка нужна или нет? Нужна, нужна. Тогда смотри. Нифига себе, тапок за 400 баксов. Это мой домашний. Смотрим, а ручками не трогаем. Брать будешь или только глазей? А что у тебя такие дорогие? У меня вот только. Ладно, сколько есть? Ну, пару. Ну это все, что у меня есть. Ладно, давай сюда. Есть у меня эконом вариант. Сейчас, будет у тебя сменка. Прилично сегодня бомбосов срубили. Куда? Ладно. Эй, куда без сменки, а? Ой, ребята, она его
вас обещал скорее ставьте лайк. Если понравилось видео, обязательно подпишитесь. Я буду вас ждать в следующем видео. Видать, штука смешнее и интереснее. Пока! Куда? Стой! Сменку бери!